Друзья, привет! Сейчас мы будем снимать видео о том, как ехать домой без сцепления. Значит, оборвался тросик у нас. Да, вообще совершенно странно и непонятно, почему оборвался. Машина новая. Это тайка вообще новая, только с автосалона. Да, краска свежая. Чего порвался тросик, вообще непонятно. И, короче, да, там педалька, оно упала. Да, оно, педалька упала. Да, у нас есть только две педальки. Ну, короче, нормально. Мы умеем ездить на автомате. Да. И сейчас, короче, нам проехать надо 15 километров. Значит, ваши ставки, мы доедем или не доедем, а? Поехали. Поехали. Первый пошел. Та-т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 а. Ты будешь бежать за машиной. Да. Давай. На ногу ему, блин. Положи мобилку. Люди бачили. Этот... Чтоб люди бачили. Лайфхак. Сцепление. Ого, вот эта машина, вот это, ты глянь, рвет с места, нифига себе. А ты снимаешь? Ага, ничего себе, вот Лупа, это... И поехали. Да ну, нафиг ты сцепление вообще надо. Да. Придумал. Я помогу. Коробка автомат. Вот это первый автомат, наверное, на восьмерке. Ух ты, новая это. Новая пожарка, дивись. Ничего себе. Сними видео про новую пожарку. Рено. Круто. Да, она, ага. Главное, чтобы не было всяких помех. Нам надо ехать все время по главной дороге. А где у нас самая главная дорога? Раз, и легко включается легким движением руки. Даже тормозить можно. Это знак, что неправильно стоит. Надо его дальше было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Придется сейчас опять повторить трюк. Хорошо. Я так понял, что Натаха будет так само включать, только со сцепления. Это все нормально. Хай привыкает. Хай машина привыкает. Не, вообще довольно легко справляемся. Я бы эвакуатор вызывал. А тут оказывается все просто.
Все, выходим. Не, ну ты можешь сидеть, чтобы двери нема. Тут уже работаешь. Вот так. А, ты тут машину оставляешь, да? Да. А, понятно. О, все, доехали домой почти без приключений. Там без приключений вообще красиво вообще. Что значит водитель-профессионал? Нафиг то сцепление. Да, если постараться, можно и без тормозов доехать. А если сильно, то и без газа. Да. Да, да. Такой водитель справится с любой техникой. Так что этот, обращайтесь, если надо. Если у кого-то порвется тросик сцепления, вызывайте, він пригоне з любой точки України. Да, і не только з України. Можна і за границей, да.